скажите. Да. Так, что еще скажите? И выходим, пожалуйста. Сфотографировали, выходим. Не пойду. Это вот есть, мы стояли. Не имеете права надевать на меня намордник. Маску надеть. Это противозаконно. Не вопрос, это не мне доказывает. В общем, он не везет. Говорит, 5 минут будет сидеть. Пусть всех высаживать и так далее. То есть я ему сказала, что это противозаконно. Что это вообще-то терроризм. Превышение полномочий. Это уголовная статья, понимаете? Превышение полномочий. Уголовная статья. Вот вы это и будете доказывать в суде. Да. Вот и вы будете доказывать. Да я же буду на вас писать. Есть закон областной, вынесенный в Государственной Думе. Ну что, вызываем или что? Одевать будете? Не буду одевать маску. Она уже сидели за нее. А чем закончилось? Чем закончилось? Если кто-то дал маску, она нацепила.